Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. И мое традиционное напоминание, то что в описании к этому ролику вы легко сможете найти ссылку на наш официальный телеграм канал Amarkets с торговыми идеями. Если вы интересуетесь финансовыми рынками, если вы хотите вместе с нами держать руку на пульсе и проводить соответствующие сделки, которые будут максимально адаптированы к фундаментальному фону и техническим возможностям в плане каких-то индикаторов и их сигналов на рынке, в этом канале достаточно информации, друзья. И не устаю повторять, наверняка вы это уже заметили, что мы всегда открыты к предложениям. Если есть какие-то пожелания, друзья, обязательно в формате обратной связи эти пожелания до нас доносите. Мы хотим сделать максимум контент полезным для вас. И главное, чтобы все вас устраивало и вы получали информацию по всему спектру финансовых активов, который вам интересен. Ну что ж, сегодня пятница, особо давайте тогда распыляться не будем по большому количеству финансовых инструментов. У нас есть несколько топовых активов, за которыми мы следили, да и продолжаем следить, и где уже удалось показать очень хорошие результаты. Но сперва давайте к экономическому календарю. Сегодня из всего многообразия третьесортных отчетов, скажем так, я бы выделил только один релиз. Это данные по бизнес-оптимизму ИФА Германии, который выйдет в 12:00 по московскому времени. Есть две самые важные оценки бизнес-оптимизма в Германии. ЗЮ и ИФА. Соответственно, ИФА идет на втором месте. Но напоминаем, друзья, если вы забыли, некоторое время назад, две недели назад, мы разбирались с вами как раз релиз от ЗЮ, и там был беспрецедентный обвал. Самое значительное снижение за все время наблюдения за статистикой европейской с 1991 года. И понятно, что этот обвал бизнес-оптимизма стал следствием событий в Восточной Европе, стал следствием значительного роста цен на энергоносители, что потянуло за собой рост инфляции и отправило экономику валютного блока уже в рецессию и стагфляцию, о чем я много говорил. Сегодня ИФА с вероятностью 99% покажут примерно такие же значения. Соответственно, мы с вами продолжаем следить за парой евро-доллар. Она сейчас консолидируется в районе отметки 1.10. Ну, действительно, как приклеена пара к этому рубежу, но я все-таки склонен полагать, что в конечном счете при дальнейшем росте курса американского доллара, при ухудшении новостного фона непосредственно для Европы, с учетом такой нестабильной макроэкономической повестки евро, все-таки окажется под давлением и будет снижаться. Поэтому, если вас интересует такая мажорная валютная пара, как евро-доллар, я по-прежнему рекомендую шортить с ближайшими целями на отметке 1.08. Так вот, друзья, сегодня для этого снижения может быть потенциальный триггер и фактически уже через несколько часов в 12:00 по московскому времени. Но параллельно у нас есть еще и бэкграунд в виде слабых релизов с прошлых торговых сессий. Здесь стоит отметить уже не бизнес-оптимизм, а настроение потребителей, так называемый уровень доверия потребителей, которые тоже ниже плинтуса. Мартовское значение снизилось с минус 8,8% до минус 18,7%. И многие мои коллеги разделяют такую точку зрения, что если одновременно фиксируется рост инфляции, тормозящей потребительской активности, и значительное падение бизнес-оптимизма и настроения потребителей, это и есть явный предвестник уже начавшейся рецессии, которая легко может перерасти в полноценный кризис для европейского потребителя. Я считаю, что именно это уже и началось. И насколько быстро, скажем, такой негативный фон будет развиваться дальше, будет зависеть от того, что произойдет с рынком нефти. Но
должно произойти чудо, друзья, чтобы то, что сейчас раскручивается как полноценный новый глобальный финансово-экономический кризис, сошло на нет довольно-таки быстро, с минимальными последствиями. А чудо – это быстрое разрешение ситуации в Восточной Европе, стабилизация цен не только на нефть, но и на все сырьевые активы. Но, будучи реалистами, я думаю, вы со мной согласитесь, что, скорее всего, такой сценарий маловероятен. Поэтому сейчас не нужно искать путь наименьшего сопротивления. К сожалению, дорога будет тернистой, в данном случае для валютного блока. Это ожидание еще более смутных времен. Поэтому, как и отмечал ранее, давайте вместе шортите европейскую валюту. Еще, кстати, один индикатор вчера – это индексы производственной активности ведущих экономик валютного блока и еврозоны в целом. Основной акцент нужно было сделать на PMI еврозоны производственного сектора, который снизился с 55,5 до 54,5. Да, я признаю, что значение выше 50, и в целом это говорит о том, что сектор восстанавливается. Но если бы мы с вами построили сейчас график того, как меняется диаграмма, то увидели бы кривой угол именно нисходящей траектории, который как раз и отражает то, что сейчас рост инфляции и падение потребительской активности уже дают о себе знать. Евро вниз. Соответственно, индекс доллара 98.50, остаемся на максимумах за несколько лет. Друзья, индекс доллара не путайте с динамикой американской валюты против какого-то другого инструмента. Индекс доллара – это как раз взвесь, скажем так, и оценка стоимости доллара против 6 основных валютных активов. Сейчас индекс доллара находится на отметке 98.50. Новостной фон неоднозначный вчерашнего дня. Был отчет сильный, первичные заявки на пособие по безработице, и был отчет слабый, заказы на товар длительного пользования. Они как бы себя нейтрализовали. Но, как и ранее, я рекомендую вам все-таки не забывать и прям взять за основу ваших торговых решений риторику американского регулятора. То, что политика, монетарная политика ФРС будет более жесткой становиться с каждым месяцем. ФРС повысил ставку уже и будет делать это и дальше. И плюс ко всему, на ближайших двух заседаниях мы, в принципе, легко можем рассчитывать на то, что ставку сразу поднимут на 50 базисных пунктов. Легко. Голосующие члены ФРС Буллард, Эванс, Мейстер за то, чтобы проголосовать за повышение ставки на 0,5 процентных пунктов уже в мае. И это все как раз частички пазла, которые позволяют нам сформировать довольно объективную картину происходящего, из-за которой, скажем так, отказываться от покупок доллара, но просто было бы сейчас непростительной ошибкой. Золото, как мы и ожидали, рост довольно-таки неплохой. У нас недельная цель была еще на вебинаре, поставили 1950, максимум вчерашнего дня 1965. Но еще не вечер, друзья. Я по-прежнему настроен на то, что мы должны протестировать 2000 долларов за тройскую унцию, потому что геополитика никуда не делась, это основной новостной фон, за которым все участники рынка следят. Накануне, как вы знаете, Байден принял участие в саммите лидеров стран НАТО. Да, все ожидали, что будет решение нового санкционного такого порядка в отношении энергетического сектора России. То есть потенциально речь шла об эмбарго поставок российской нефти на территории ЕС. Но решили пока повременить с этим решением. Козырь, который впоследствии можно будет задействовать, но сейчас его лучше приберечь. Однако все равно список санкций пополнился новыми компаниями, около 48 компаний России, которые подпали теперь под санкционный список, и еще то же самое в отношении отдельных физических лиц. Соответственно, новостной фон, именно с учетом того, что есть сейчас, говорит нам о отсутствии пока что предпосылок для дипломатического урегулирования. К сожалению, усиление санкционной риторики, ну, лично я делаю выводы об этом, это не то, что приближает конец вот этих непростых времен. Может быть, это даже еще больше негатив, который в конечном счете сейчас заставляет участников рынка с особым интересом смотреть в отношении защитных активов доллара и золота. Поэтому эти инструменты как раз и растут. И что касается рынка нефти, 115.27, по-прежнему ждем закрепления выше
120 долларов за баррель. Напоминаю, что сейчас среди факторов поддержки приостановка работы крупнейшего нефтепровода России, через который транслировался, по сути, транслировалась нефть из Казахстана к Черному морю. И под угрозой сейчас экспорт на 1 миллион баррелей. И, судя по всему, эта приостановка работы нефтепровода может продлиться период с одного месяца до двух, в зависимости от того, как быстро устранят и ликвидируют последствия. Данные по запасам нефти США, снижение и запасов сырой нефти, и запасов бензина, отражение высокого внутреннего спроса, позитивный фактор. И, соответственно, я по-прежнему, друзья, рекомендую вам держать руку на пульсе и допускать развитие сценария, при котором страны ЕС все-таки введут эмбарго на поставки российской нефти, либо, например, Россия в одностороннем порядке может прекратить поставки, то есть сам нефти и нефтепродуктов, через нефтемагистраль Северный поток 1. Сценарии, конечно же, мрачные. Я не хочу даже думать о последствиях для глобальной экономики и всего мирового рынка, но эти сценарии нужно иметь в виду, потому что, как показывают реалии последнего времени, к сожалению, все происходит, реализуется так, как меньше всего участники рынка, люди, инвесторы, потребители ожидают. Поэтому давайте следить за развитием событий. Сейчас вот есть то, что есть. Продолжаем покупать нефть, американскую валюту, золото и шортить европейскую валюту против доллара. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!